Приветствую, командор. Время не ждет. Наши незваные гости что-то замышляют. Искренне надеюсь, что вы примете все необходимые меры, чтобы устранить угрозу. Спасите мир, пока еще не слишком поздно. Удачи, командор. Я вновь приветствую вас на канале. Итак, у нас next серия по XCOM. И здесь, как мы и собирались в прошлой серии, заходим через черный рынок. Посмотрим, что здесь можно прикупить. На наши разведданные, как мы планировали в прошлой серии, где-то под 80 разведданных нам можно потратить, так как мы их на миссии собираемся заработать. Значит, что у нас? Что у нас? Так. Сплавы или кристаллы Лерия. За 40 можем купить. И я бы взял еще модуль ультраподвижность. Кому-нибудь из наших, наверное, рейнджеров поставить. Давайте сначала ПБС. И потом... Так. Лерий или сплавы? Давайте, наверное, сплавы возьмем. 27, а тут всего 20 кристаллов Лерия. Подтверждаем. Так, ну и потратили на 5 разведанных больше, да, чем нужно. Посмотрим, что можно продать. Что можно продать? Давайте вот, наверное, солдатов Адвента. Парочку оставим, да. Труп сектоида тоже парочку оставим. Труп копейщика тоже можно парочку оставить. Вот уже 50 практически материалов пойдет. И летим на миссию. Setting course for sector 12, East Africa. Так, ну рейнджеры на эту миссию у нас по-любому идут. Специалист тоже, нам нужны аптечки. Один гренадер, один снайпер. Ну да, наверное, так и сделаем. Только единственное, сейчас нужно будет модуль выдать, да? Так. Персональные боевые плюс 25 к уклонению. Окей, Зедман получает. И что тут по улучшениям оружия? Ну, повторитель мы уже с вами разговаривали, да? Снайперу поставим. Когда придет время. Так. А вот здесь вот у нас ничего нету, я его поставил модифицированный прицел. Отлично. Ну и все, погнали, в принципе. Маячок, имитатор есть, гранаты у всех. Так. Может вот здесь поставить одну газовую гранату? Или не стоит так делать? Нет, наверное, обойдемся без газовой. Поехали. Skyranger deployed. Menace ready to deploy. The
resistance is asking for our help in dealing with a VIP said to be working in close collaboration with Advent forces in this region. It's likely the aliens will be providing security. We need to secure the AO and eliminate any hostile contacts nearby. Capture the VIP if possible. If not, take them down. Menace 1-5, target location confirmed. Move to engage. Eliminate all hostile contacts. Так, ну точка эвакуации у нас недалеко, да? Надеюсь, от того, кого надо эвакуировать. Так, и кем пойдем? Наверное, первым рейнджером сначала. Мчусь! Разведаем обстановку. Пока что никого не видим. Снайпера бы я, наверное, забрал на верхотуру. Куда-нибудь вот сюда вот. Бегом! Ага. И судя по тому, что я не могу переключиться на другого солдата, кого-то мы увидели. Вижу группу противника. Так, змея и копейщик. Не очень хорошо, но хотя бы уже знаем, в каком направлении нам двигаться, да? Так, второго рейнджера сюда, пулеметчика тогда посадим здесь. И... давайте, наверное, сюда поближе вот специалиста. Так, пак небольшой, всего 2 юнита. Вот мне интересно, мы их на Overwatch возьмем или нет. Готовность номер один. Так, у снайпера есть руки молнии. Здесь можно будет закинуть одну гранату. У нас их 3. Теперь после повышения это радует. Так. Наверное, слушаюсь. Вот тебя посадим сюда в Overwatch. Начинаю наблюдение. А второй рейнджер у нас в скрытности не выходит. Поэтому пока его оставим, трогать не будем. Снайпера тоже, наверное, трогать не будем. И гранатой бьем, посмотрим, как сработает Overwatch. Крученый! Так, обе жертвы открыты. Сейчас посмотрим, сколько прокнет по ним урона. Маскировка не действует. Так, по змее отлично. Шестерочку убираем. Теперь специалист что скажет? Есть. Змея сразу минус. Это хорошо. Конец лунатику. Это очень хорошо. Так. Ну и снайпер. А, нет, это рейнджер. Снайпер 95. Попробует руки молнии или оставить этот выстрел. Давайте оставим выстрел, работаем со снайперки. Отлично. Так, первый пак разобрали. Смерть с небес, перезарядочку сюда. Повеселимся. Так, ну и рейнджера, наверное, я так думаю, нужно подводить как можно ближе. Есть, выполняю. Как раз там лестница. Так. Спеца тоже сюда, на всякий случай, двери открывать снайпера.
пока что оставляем. Следую на позицию. Остальных ведем. Бегу. Так, рейнджер, что у нас тут может сказать? Что сказать, что сделать? Давайте координаты вот сюда получены. Вот. Никого не видим, но здесь можем спуститься как раз-таки вниз. Отлично. Держу сектор. Тогда тащим снайпера. Ясно. Уже двигаюсь. Ходы тут нас тоже подстегивают. Потому что 10 ходов до эвакуации, уже 9. Опа! Вот это мы удачно зашли. Так. Теперь грамотно сыграть. Грамотно сыграть. Пулеметчик у нас здесь. Если мы сюда заходим, мы, скорее всего, пулим пак. Теперь посмотреть, докуда достает граната. В принципе, нормально. А если мы выстрелим по боку, они все падают, да? Наносится урон. Хорошо. Сейчас посмотрим. Отсюда запалиться не должны. Ага, там еще внутри еще один пак. Ёлки-палки. Вот это, конечно, неприятственно. Неприятственно. Плюс еще и два копейщика. Придется как-то разруливать. Так, у меня из вида ушел еще один копейщик, да? Я его не вижу. Принято. Может, специалист сейчас узреет? Да, вот он. Так, 100, 100, 100. По-хорошему, я бы змею стрелял сейчас. Так, 7 урона. Теперь добили или нет? Добили. Отлично. Отлично, добили. Так, снайпер. Меня два раза просить не надо. И это замечательно, что два раза просить не нужно. Так, руки молнии. Пробуем сюда. Троечка урона. Так. Того тоже 100. Того тоже 100. Так. Подождите. Теперь рейнджер, что у нас скажет? Ты, в принципе, можешь добежать, вонзить, да? Давайте сыграем. Ай-яй-яй-яй-яй, единица хп осталась. Вот это очень плохо. Это очень плохо. По-хорошему, мне нужно не вскрыться вторым рейнджером, но, блин. Ладно, одного убираем, а вот здесь что делать будем? Так-то он у нас как бы фиксирует тот пак, но если мы сейчас любое действие им делаем, но если не делаем, тогда получается Станлансер будет бить по нашему рейнджеру. Мы ранение получим. Слушаюсь. Да, придется вскрыться. Придется вскрыться.
сыпается. Ну, чем-то приходится жертвовать. Да, дело дрянь, ну что ж теперь. Так, что мы можем здесь сотворить? Здесь вот лестница. Если что, они бегут сюда, да? Если что, бегут сюда. Как сыграть, как сыграть? А здесь у нас одна граната, да? И тут я их уже не вижу. Поняла вас. Так. Мы двух зацепим. Ну, вроде как, вот этот вот копейщик должен тоже упасть. Давайте попробуем. Как раз стенку снесем. Может быть, снайпер увидит с той стороны через стену. Так, мутон упал. Випа мы увидели. Теперь меня интересует снайпер. Так, кого мы видим? Випа, випа нам не надо. Видим солдата Адвента на 55. На 55. Не очень хорошо. Кто еще что может нас сказать тут? Так, этого не добиваем, да? Иду. Так, сейчас посмотрим из-за угла. Сотенька, 55 на крит. Можем ушатать за раз, да? Попробуй. Хорошо, отлично. Отлично. Прищучило. Так, теперь меня интересует второй рейнджер. Так, ты кого видишь? Ты мутона видишь отсюда? 155 на крит. Неплохо как бы. Но у тебя боковое укрытие, он может тебя, если не добьешь, ой-ой-ой тебе сделать. Очень плохо. Давайте попробуем, рискнем. Так, шестерку снял. 2 хп остается, да? Так, если мы специалиста спускаем вот сюда, ты его видишь? Видишь? Я обо всем позабочусь. Давай, Морни, не подведи только. Только не подведи, на тебя вся надежда. Так, 68 всего-то. Всего-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, пробуй. Промазал. Блин. И маяк. Маяк у нас у рейнджера. Мы уже не высадим. Мы уже не высадим его. Так, бросок гранаты. Мы можем так сделать, чтобы задеть мутона, но не задеть випа. Вроде можем. Получай. Попробуй. Попробуй. Делать нечего. Так, мутон сложился. Это хорошо. Опа, безликий. Твою дивизию. А вот это очень плохо. Фух.
Фух, ну тут мажет солдат. Ладно, фигня. Мне больше Безликий сейчас интересует. Он до нашего добегает. Добегает, да? Добегает, походу. Сука! Да не то слово. Блин. Да, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Ну, мы тут никак не можем, не могли угадать. Лечение. Что ж теперь делать? Так, нет, випа не трогай, не надо его стрелять. Так, пулеметчик 46. Может по солдату долбануть, да? Давай-ка укрытие сними с него. Вот так вот поинтереснее будет. Так, ну теперь что мы здесь сделаем? Тут по-любому нам надо стрелять. Стрелять желательно вот сюда. Так, теперь снайпер. 95. Давай. Отличница. Альма хорошо работает. Так, теперь рейнджера нам надо. Одного. Не-не-не-не-не. Использовать вот сюда вот. На Безликого. Цель ликвидирована. Ликвидирована. Так, у нас 7 ходов в мешке. Еще один Безликий. Вы что, издеваетесь? И он сейчас добежит до верху, что ли? Блин, повышение. Или он не добежит? Блин, а у нас тут... Ёлки-палки, у нас тут стоит гранатометчик открытый. Так, перезарядку. Я снова в строю. И наблюдение. Готовность номер один. А, он с другой стороны. Почему мне показалось, что он со стороны пулеметчика? Ну ладно, с той-то стороны хрен с ним, с той он не добежит. Тут нормально все. Тут как раз таки все хорошо. Тут перезаряжаемся. Так, снайпера я бы не снимал с крыши, наверное. Так, здесь отходим сразу сюда. Так, работаем по Безликому. Так. Поняла. Пробуем забрать. Нет, не получается, крит не дали. Ладно. Нужны боеприпасы. Так, Зедмонд у нас уже повышение получил, поэтому давай-ка ты идешь сюда. Задержание проводишь. Так, ну а ты у нас спускаешься, Пантера. И обезвреживаешь Безликого. Неплохо, по-моему, разыграли. Так. Еще одна группа. Еще одна группа, да вы издеваетесь. Так, так, так. Ну, снайпер у нас сидит, наверное, да? Ясно. В наблюдении. Здесь у нас что?
Координаты получены. Буду настороже. Так, тут... Приступаю. Отводим, перезаряжаем. Пантера, пантера, пантера. А теперь в бой. Давай-ка сюда, через эти двери выходи. Так, Зедман, перезаряжайся. Время убивать. Подбирай вот этого типа. Так, и эвакуация вон там, вон, да? Неси. Иду. Если что, можно будет следующим ходом его скинуть и выбежать маячок, кидануть туда подальше, если вдруг не осилим пак подкрепления. Так, тут у нас два копейщика и офицер. Почему нас показывает, что мы можем кого-то полечить? Полечить заложника? Нафиг он упал? Нет, этим мы заниматься, конечно же, не будем. Будет сделано. Так, и пак мы пока что не видим, да? Судя по всему, он у нас далеко. Будет сделано. Поэтому можем его сработать на овервотчах. В принципе. Ясно. Начинаю наблюдение. Готовность номер один. Ясно. Начинаю наблюдение. Ясно. Начинаю наблюдение. Так, так, так. Здесь у нас 4 хода, да? Давай сюда, на полном газе, на всех парах. Там кто-то есть. Так, ну теперь принимаем, главное грамотно принять. Тех, кто на нас побежит. 3 хода до эвакуации, ребят. 3 хода. То есть, в принципе, я же смогу сразу донести, эвакуировать ВИПа. Но. Это нам не с руки. Так. Слушаюсь. Есть. Пак запалили. Ну давайте, ребят. Давайте. Раньше вас расстреляем, раньше улетим. Так, пробуем подрыв. Отлично. Отлично. Прокнуло. Стой, зачем я мисс кликнул? Я вместо развернуть камеру нажал на кнопку перезарядки. Жесть просто какая-то. Так, 73, 69, 59. Ладно, 73 выстрел. Мимо. Мимо, но сбили укрытие, да? Да, действительно, что за хрень? Так, в таком случае. Overwatch. Встаем сюда. Так, ложим юнита. Ну, я же говорю, опустить. Опускай заложника и бросай маячок.
так, чтобы все его видели. Как можно дальше. Надеюсь, прокнет, надеюсь, согреемся. Народ на него. Так, офицера вырубили. Теперь главное, чтобы копейщики побежали туда, куда нам необходимо. Они агрились на нас. Так, этот есть, еще и подгорел. Минус. Отлично. Теперь главное, чтобы второй туда же рванул. Да, есть контакт. Ну все, здесь уже его принимаем. Тут уже его принимаем. Координаты получены. Так, снайпера тащим сразу поближе к зоне эвакуации, потому что один ход останется следующий. Для того, чтобы нам всех передвинуть. Так, отлично. Пантера забирает. Он мертв. И вы заметили, в этой миссии вообще лута не было. Координаты получены. То есть от слова совсем. Ни с кого ничего не выпало, ни с кого ничего мы не подобрали. Странно. Так, сразу уходим. Пока есть возможность, не повносим. Но я бы не назвал эту спортивную ходьбу бегом. Громко сказано было, бегу. Ну, как есть, так и есть. Все, увозим ВИПа. Разведданные добыли. Теперь главное остальными улететь. Отлично. Так, ну, в принципе, закончили с одним боевым ранением. И то не по нашей глупости, а чисто из-за того, что мы не видели место расположения безликого. Он отрылся из ниоткуда и не совсем корректно по нашим позициям. Если бы чуть дальше бы сидели, возможно, нам бы повезло. Status confirmed. Mission accomplished. Ну что, неплохо, неплохо. Так, повышение одно у нас точно есть. Не знаю, прокнет на еще чье-нибудь повышение, но навряд ли. Если бы, наверное, повысилось, плюсик бы горел, как у рейнджера у кого-нибудь тоже над иконкой. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, 18 дней ранения у нас у Морни. Ну ничего, ничего. Значит, надо будет второго спеца качать. Так, легкий шаг здесь по-любому. Этот рейнджер у нас в открытую действует. Так, 172 материала, 80 разведданных. Пойдет.
Так, теперь материалы. Подождите, не сейчас. У нас здесь все работает. А, вот, вот этого инженера надо снять. У нас никакого производства сейчас не происходит. Центр военных технологий. Наверное, надо строить все-таки. 175 материалов. 42 дня. Так, 21 день. А у нас 18, да, дней. Специалист находится в лазарете. Так, мало энергии. Давайте посмотрим, что в штабе сопротивления. Может быть, что-то есть из инженеров или каких-нибудь. Нет. А вот инженер. Инженер. 195 материалов. Берем. 200 материалов. Ну, тоже, блин, такое. Могут пригодиться. Да ладно. Че уж теперь. А, и у нас здесь быстрое лечение, да? Сейчас инженера куда-нибудь воткнем. Так, экранирование энергокатушки. Вот, наверное, сюда. Чтоб побыстрее, и потом туда электростанцию воткнуть. Так, 29 дней. Оружие Гаусса через 7. У нас 200 материалов, да? Так, расчистят технику через 9. Не успеет к технологии нам материал подвести, да? Мы не должны переживать, чтобы держать Council happy anymore, even with the spokesman lurking in the ship. Так, 7 дней, нам надо на завод через 7 дней. И еще один момент. Надо обратно вернуться к бойцам в оружейную. 12 дней через штаб, да? Лечение ранений. А у нас через 7 дней. Материалы. Ой, вернее, лазерные винтовки. Блин. Да. Такое себе. Здесь материалы, материалы разведданные. Так, ну разведданные докручиваем. Тут 3 дня осталось. Мы их уже начинали. Потом, наверное, в штаб. Окей. Так, штаб на лечение или ресурсы добрать еще 296. Потому что нам еще маячки надо будет, имитаторы взять тогда на миссию побольше. Да, нужны будут материалы. Разведданные есть. Если что, еще на рынок можем слетать, как пушки сделаются. Если вдруг не хватит эллерия, допустим. Мы же сплавы купили с вами. Так, отлично. Возвращаемся в штаб. И теперь в штабе, наверное, пару деньков покрутим, чтобы у нас спец чуть-чуть. Ну, в принципе, один день. Фигня. These findings will likely prove crucial to our ongoing efforts, Commander. Так, снайперки готовы. Ничего не прокнуло в плане того, чтобы вдохновение. Так, кэш данных 7 дней, но пока это нам не надо. Вскрытие мутона 9, разбор мэка 6, вскрытие вайпера 5. 3 дня поломка турели. Поломка турели — это нам еще одну комнату даст, да? Для обороны, если нам мститель нападает. Это пока не к месту. Я бы, наверное, разобрал мэка, наверное, адвента. И вскрыл бы вайпера.
Давайте Мэка, наверное, разберем пока что. Эти роботы, разработанные Адвентом на базе инопланетных технологий, способны действовать полностью автономно, выбирая и атакуя цели без внешнего управления. Хотя задача по первичному анализу выпала мне, я очень надеюсь на участие Шень, поскольку ее знания робототехники в разы обширнее моих. Итак, разбор Мэка 6 дней у нас, расчистка инопланетной техники 3 дня. Давайте в инженерный. Так, по производству сначала маяк имитатор. Почему? Три трупа безликих, мы же двух убили. А, у нас больше не было трупов. Это плохо. Так, 150-175. Сплавы, да? Значит, со сплавами мы угадали, отлично. Делаем оружие. I saw Tigan muttering to himself in one of the corridors. I'm not sure he even noticed me. Bradford trusts him, but I'm still keeping my eyes open. Так, а что у нас по тактикам? Месть, комплексное оружие. Эффект ПБС заметно улучшается, но у нас ПБС только одна. Опытный убийца. Чтобы на 25% больше опыта получать с миссии. А размер отряда 150, да, и нужен капитан. Блин. Нет, пока, наверное, не будем брать. Хотя, конечно, хотелось бы. Но как-то не знаю. Так, что по бойцам? 7 дней. Сможем ли мы ждать 7 дней нашего специалиста? У нас ведь что тут по списку? 6 дней, разбор Мэка. И, в принципе, как раз бы плюс ко взлому, да? Ему бы дал этот разбор. Так, там 6 дней, да? Ресурсы через 13. На планетку расчистят через 3. Так. События. Строительство нового объекта в ближайшее время. Непонятно, да? Следующий ответный удар через 1 неделю. То есть 7 дней, да? Ответка. Нам бы как бы по-хорошему. Подождать бы 6 дней. Но вдруг ответка будет. Ну хотя, в принципе, ответка нам ничем таким особо не грозит. И это, наоборот, еще плюс то, что мы маячок-имитатор сможем сделать. Так как безликих настреляем. Ну что, покрутим? Покрутим, наверное. Ага. Ну а тут у нас горилла оперейшн, да? Так, инженер, скрытое событие. Непонятно что. Непонятно зачем. Ученый, вот это надо. Бдительность увеличивает радиус обнаружения всех врагов. И тут у нас... Прокладка из слова Адвент улучшает броню. Разведданные. Радиус обнаружения, конечно, не прокает нам никак. Вот если бы наоборот, вот тут бы было... Предотвращает события прокладка из слова Адвента. Нам не нужна улучшенная броня. Но вот тут разведданные пока что как бы есть. Нам бы вот ученого бы... Конечно, для быстрейшего изучения всяких разных проектов. Это нам бы было лучше. Да. А тут защищать устройство. Сложно. Но если мы вот это событие пропустим...
улучшит броню. Адвент это у них сейчас уже. У некоторых встречается по одной броне, а там будет по две, по три. Мутона так вообще мы хрен пробьем. Блин. Тут радиус обнаружения. Но радиус обнаружения хрен с ним. Ну надо лететь сюда тогда. Прокладка, потому что она вообще не прокает на будущее. Так, что у нас игра дает? Нам двух гранатометчиков дает. Ну, в принципе, оно и нормально. Оно нормально. Единственное, только, наверное, вот рейнджеру аптечку. Так, два рейнджера, два гранатометчика, один снайпер. Угу. Защитить устройство. Ну, погнали. А, я снайперу повторитель не выдал. Ошибка, ошибка. Sky Ranger deployed. We're in the pipe. 5x5. The resistance set up a data tap on the Advent network through an access point in this area. They've been retrieving data critical to the alien's latest operation. Unfortunately, да уж, ошибка с повторителем нам сейчас на миссии может стоить дорого. Так-то, конечно, ничего критичного, но в некоторых моментах мог бы прокнуть шанс 15% жужжный повторитель на мгновенное уничтожение цели. А сейчас фиг знает. Ой-ой-ой, как далеко. Так, ну мы все в маскировке, да? Все в маскировке. Но это что-то как-то совсем меня особо не радует. Так, а здесь почему у нас... А, через стекло проходишь. Есть! Большая группа противника. Да какая же это большая? Всего двое. Но. Хорошо, что не рванул, а то бы сейчас как раз бы попал. Так. Вот, блин, я не помню, через какую клавишу. А вот. Все помню. Ясно. Начинаю движение. Всех трепал на чужих. Еще пак. Вот это да. Вот это да. Это прямо праздник какой-то. Лечу туда. Так, снайпера, наверное, стоит ставить вот сюда. Ясно. Начинаю движение. Да, жесть. Я мигом. Держу сектор. Так, эти уходят в ту сторону. Ладно. А там еще Мэг и офицер. Я надеюсь, они все не будут стрелять по объекту, вот так фиг добежим.
Так, ну что тут? Будем работать потихоньку, да? Вот так вот сделаем, чтобы у них поменьше укрытий было. Ладно, забьем на маскировку. Конечно, забьем. Что ж теперь делать? Так. Руки молнии, не тратим хода. Мертвее мертвого. Здесь 55. Стоять. Что скажет купечество по гранатам? Ага. Тут у нас засада, да? По гранатам, говорит, у нас засада. А если вот отсюда? Должно же получиться. Должно же прокнуть. Ну-ну-ну. Только что было, я видел. Я видел. Давай. Ну, сейчас главное клетку выбрать. Так, вроде здесь вот. Где-то тут. Где-то тут она была. Вот она. Вот она, моя родная. Страйк! Страйк. Так. Пробили? Пробили. Работаем, Альма. Отличница. С ним разобрались. Да, с ним разобрались. Так, теперь я бы, наверное, дальше пока что... В пути. Не рыпался сильно. А, ты же в скрытности. Ты же в скрытности. Пойдем, родная. Не подсветишь нам пак? Ага, подсвечиваешь. По чуть-чуть подсвечиваешь. Иду. Давай-ка сюда пройдем. Так, Overwatch. Готовность номер один. Блин, жестко шатают наше устройство. А там их трое. Там их трое. Так. Как бы нам так сделать, чтобы их шугануть? А ну-ка, давай, Альма. Пусть сюда выходят. Критом отлично зацепило. Объект, да ты убила важен. Критом? Нифига себе. Вот это, блин, ты даешь. Иду. Так. И у нас тут двое из ларца, да? Либо одного, либо другого задеваем. Обоих сразу нет. Но у нас же есть второй. Сейчас пулеметчик. Разберемся. Так. Здесь сносим или здесь сносим?
А снесешь ли ты укрытие? Ловите подарочек. Давай гранатой лучше. Укрытие, мост, он, скорее всего, не снесется никаким макаром, поэтому лучше гранатку. Так, ну и здесь так долбануть или на подавление сработать, тоже вариант интересный. Так, еще, если что, есть маяк. А вот теперь мы по двум достаем или нет? Нет, смотри-ка. Не достаем. Но 88 можем так прокнуть. Вариант крита, конечно, не наносим, но давай попробуем. Отлично, на шестерочку. Подранили. Так, у него двоечка остается. Двоечка ХП. Разберемся. Что, либо маячок, либо стрелять. Но выводить второго рейнджера из скрытности можем, конечно, гарантированного убить. Здесь 66, тут 90. Хочу поберечь маячок все-таки. Наверное, пожертвую скрытности лучше рейнджера. Так, там, в принципе, далеко. Мы не должны засветиться. Так. Но эти все там же. Все там же. Так, теперь. Снайпера надо вести, снайпера. Как можно ближе садить. Они на первом этаже. Приказ получен, командир. Так. Выхожу. Гранатометчика за полный щит сейчас посадим. Варвар пусть у нас пока там посидит. Давай перезарядим сразу. Здесь перезаряжаться у нас не нужно, да? Ясно. Начинаю движение. Так, тут скрытности нету. Принято. Начинаю. Так, прикрываем тогда, здесь перезаряжаемся. Можно начинать. Так, что по гренадирам? Одна граната. Живем. Пока живем. Так, снайпер. В принципе, просматриваешь, да, позицию. Только единственное, я, наверное, бы... Как тебя посадить по-другому надо. Сделаю. Наверное, вот сюда вот. И перезарядочку. Повеселимся. Так, если в этот ход пойдем, дернем пак уже, да? И вот тут вот не забываем... Гражданские стоят, они могут оказаться безликими. Тоже такое себе.
Давайте пока постоим. И муха не пролетит. Ясно. Блин, буду надо было пулеметчицу вторую перезарядить. Ладно. Я надеюсь, это последний пак там стоит. Так, ну что? Подходим, смотрим. Блин, неохота близко подходить гражданским, потому как вы понимаете, да? Гражданские могут оказаться не совсем гражданскими. Так, но здесь мы ни черта не видим. Ничегошеньки не видим. А почему у нас за машиной половинчатое укрытие, я не понял. Вас понял. Держу сектор. Ясно, буду на чеку. Мониторю сектор. Держу сектор. Готовность номер один. Ага, отлично. Мне только интересно, почему они вдруг побежали в нашу сторону, ведь они должны были стрелять в устройство. Мазать нам нельзя. Мазать нельзя, да. Так, у нас нету специалиста, поэтому робота надо разбирать в первую очередь, ребятушки. Ой, хорошо, прошредерили. Ой, вообще красавцы. Они просто меня услышали, видимо. Я им мысленный посыл передал. Просто аннигилировали робота. И повышение зарабатывает у нас рейнджер. Это у нас пантера, по-моему, да? Так, так. Снайпер никого не видит? А что тебе мешает? Мост, походу, да? Жесть. Это плохо. Это плохо. Я пошла. Так, здесь гранаты мы двоих забираем, нет? Достаем, вроде бы. Достаем. Бросаю гранату. Так, минус один. Добычу уничтожил. Ёлки-палки. Жесть. Так, пулеметчиками я бы отошел. Ребятушки. Так, снайпером в прикрытие. Почему отхожу? Потому что... А вон, видите, там гражданские. Что-то мне кажется, что это немного не гражданские. Так. Пробуем пантерой забрать. Отлично. Так, боеготовность. Отходишь сюда. Боеготовность. Не верю я, что это прям гражданские. Что-то верится с трудом. Так, ну маяк у нас под охраной, да? Выполняю. Давайте отойдем. И будем держать линию обороны. Буду на чеку. Так, я бы снайпера подвел все-таки. Вот сюда. Поняла вот. Вас. Это раз. А два, не собирал бы всех подряд в одном месте. Слушаюсь. Потому что если вон то он безликий, и они очнутся. Сканируем. Это будет тахтунг. Готовность номер один.
Так, давайте перезарядимся, пока есть время. Таймер нас в этой миссии не торопит никуда. Пу-пу-пу-пу-пу. Время убивать. А теперь в бой. Перезарядился. Подходите, гады. Сдержу сектор. Мониторю сектор. Ясно. Буду на чеку. Так, переждем чуть-чуть. Готовность номер один. Кажется, мы здесь не одни. Угу. С той стороны. Понятно. Ясно. Действую. Ясно. Начинаю наблюдение. Буду на стороже. Да что ж там на мосту такое? Машина, крыша какая-то, что ли? Так. Ясно. Ладно, начинаю отводить наблюдение. Пока не будем, пока пусть здесь сидят. Сканирую. Тихо. Слышали что-нибудь? Да, слышали, слышали. Я вот немножко... опасаясь ближе туда подходить. Потому что если вот это вот безликий, то будет жесть, когда пачки кончатся на карте. Нас просто могут ушатать. Очень быстро и креативно. Так, давайте снайпера сюда. Но налетайте, гады. Действую. Поняла вас. Может, рейнджерам наверх нырнуть, посмотреть, что там? Нет, на крыше тоже никого. Ясно. Буду на чеку. Сделаем. Буду на стороже. Тихо. Слышишь? Да, слышь, слышь. Не вижу только никого. Так-то слышу. Блин, вот как вот это вот проверить? Сделаю. Безликий, не безликий, ясно. Непонятно. Я весь внимание. Сканирую. Ясно. Начинаю наблюдение. Но без специалиста на миссии мы как бы тихо. Вперед. Слышишь? Ну его нафиг. Шибко продвигаться, тем более мимо сплоченных рядов, так сказать, гражданских. Которые могут оказаться вовсе не гражданскими, да? Я вот думаю, может, по тихой грусти зайти всеми наверх, попробовать. Есть, двигаюсь к цели. Так, снайпера пока оставим. Я бегу. Так, этого рейнджера тоже пока оставим. Буду на стороже. Ясно. Начинаю наблюдение. Вас понял. Что за чертовщина? Что-то непонятное творится, капец. Просто капец. Так, если уже рейнджера бегу. Подвинем, а снайпера поставим на это место. Двигаюсь в указанную точку. Конечно, очень близко мы сейчас к местному населению, которое может оказаться безликими, в конце концов. Ну ладно. Делать нечего. Слушаюсь. Поехали. Выполняю. Действую. Действую. Держу сектор. Готовность номер один. Что там за звук? Непонятно, что там за звук и где эти звуки находятся вообще.
понятия не имею. Жесть какая-то. Так, ну что, идем рейнджером? Да, командир. Если что, маячок киданем, да? Есть. Жесть. Поехали. Действую. Сканирую. Буду настороже. Готовность номер один. Начинаю наблюдение. Эй, слышите? Ну, походу где-то там вот за домом. Где, что, приступаю. Как? Будет сделано. Спешу туда. Ну подходите, гады. Ну подходите, гады. Держу сектор. Готовность номер один. Чш, слышали? Блин, безликий. Ёлки-палки, вот как я не хотел близко к ним подходить, так оно и получилось. Но может на Overwatch его снимут. Так, 8, отличный урон. Отлично, убрали. Убрали. Хорошо. Прищучил. Ясно, буду на чеку. Смена магазина. Начинаю наблюдение. Слушаюсь. Ясно. Буду на чеку. Ясно. Буду на чеку. Так, пока тишина. Пока тишина. Сделаю. Непонятно, вообще непонятно, кто спешу где. Туда. Вот это вот уже некуда вот так вот бегать по карте, искать, где, кто. В пути. Кого-то снайпершу увидела? Мы же все здесь проходили. Жесть какая. Да ладно, еще и мутон кверху. Нам на крышу залез. Вообще отлично. Вообще отлично. Так. Подрыв сюда. Только сюда. А смысл есть? Ну, в принципе, да, смысл есть. Так, подождите. У тебя маячок. Здесь 62, да? По сектоиду. Лови. Так, давай-ка вниз гранатку. Пойдет, вот теперь руки молнии. И достреливай. Хорошо. С ним разобрались. Так, здесь у нас 86-72. Так, маячок, маячок. Так, 72 нам не очень хорошо. Принято. Давай отойдем. Так. Также 72. Почему? Непонятно. Ну давай, стреляй. Так, шестерочку забрала.
Так, и пулеметчик 63. Я думаю, в наблюдение ты пасаем. Ясно. Начинаю наблюдение. Я надеюсь, они маячок-имитатор все видят. Ох, еще один безликий. Ровно под нами. Блин. Может, ты тоже на маячок побежишь, а? Промах. А по анимации как будто точно у него. Что за хрень? Блин, у меня сейчас очко так сжалось. Я думал, он в ближний бой пошел. И сейчас бы нашего рейнджера как долбанул, было бы жестко. Так, безликий. Ты видишь маяк или нет? Или ты к нам пойдешь? Нет, ты видишь маяк, отлично. Отлично. Легкий спуск, серьезно? Ну тогда давай, добирай его. Хорошо. Нашим лучшим. Так, подрыв, но не сюда, по сектоиду. Да, он один фиг за половинчатым укрытием, да, остается? Засада. 65. По мутону, да? Вот так ты в него попадешь? Нет, да? Никак, никак. Только стенку можешь убрать и все. Ладно. Тут как бы не рискуем, ну его нафиг. Этот готов. Рейнджер близко, и у него крит мощный, когда он близко, поэтому лучше рейнджером работать. Так, здесь 75. Здесь фланг. Ну-ка, Зедман. Семерочка, хорошо зашло. Так, и кто остается? Остается снайпер. Давай, Альма. Отличница. Ура! Фух. Раскидали. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Ну что, флоулис, господа, безупречно получилось. Правда, погоняли, конечно. Как говорится, вату туда-сюда побегали, подождали в овервотчах, но когда на миссии безлики, я по-другому действовать не могу. Вы видели сами, да? Что сейчас было? Вот если бы я вниз пошел бы всем отрядом, как хотел изначально, между гражданскими, нам бы там отвешали звездюлей только так. Но тут повезло. Все-таки какая-то чуйка, да, есть. Пятая точка не просто так зудит. На такие моменты не просто так зудит пятая точка. Так, ну что, у нас одно повышение как минимум. Impressive.
Impressive work, Commander. The aliens are probably still wondering what hit them. Так, лейтенант. Маскировочку или стрельбу на бегу? Стрельба на бегу во многих случаях будет ролять потом. Но маскировка тоже нужна, если этот у нас юнит подсвечивает после выхода из маскировки. Лучше замаскироваться и дальше нам подсвечивать карту. Это нам понадобится. Лучше вот это, наверное, да. Один юнит у нас из рейнджеров просто будет переть вперед. Это у нас Зедман. А пантерка у нас будет потихоньку подсвечивать всех. Another impressive effort, Commander. My expectations were high, and yet you have exceeded them. Так, по ранениям 7 дней. Так, расчистка 2, технология разбор мэка 5. Так, так, стоять. Инженер. Ну, инженеров у нас пока что вдоволь. Я бы лучше вот в штабе сопротивления побыл. Welcome, Commander. Так, расчистка. Отлично. Но нам надо еще одну катушку, наверное, экранировать. Это долго будет. Значит, раньше начнем, раньше закончим. Так, аватар дальше попер у нас. Commander, the aliens continue to make progress on the Avatar project. If we're going to slow them down, we'll need to move fast. Not think I could have predicted this outcome. Отлично, разбор мэка у нас. Синий экран, что тоже интересно против техники. Так, так, вскрытие вайпера, вскрытие мутона, расшифровка данных. Наверное, вайпера для аптечек. Полагаю, мне уже следовало бы привыкнуть к скрещиванию генетического материала людей и пришельцев. Но вынужден признать, вид отчетливых человеческих черт у этой рептилии мне на удивление неприятен. Материалы эпохи вторжения упоминают о различных пресмыкающихся особей. Однако ничего настолько явного ранее не наблюдалось. Without access to refined fossil fuels, power is difficult to come by outside the cities. Even among the staunchest of anti-alien dissidents, recovered Advent equipment is highly coveted. New orders, Commander? Я ничего не понимаю. Мы вот только трупы безликих собрали. На предыдущей миссии 2, на этой 2. И не можем сделать маяк-имитатор? Что пошло не так? Так, ладно, гремлина делаем. Напишите в комментариях, неужели те безликие, которые на миссиях попадаются, нам не идут как трупы безликих? Что за фигня? Или у меня просто какой-то глюк? Хотя модов вроде никаких не стоит игровых, только на вещи, ну, на внешку бойцов и все. Так, 2 дня. Легкое ранение. И давайте Альме сразу улучшенный повторитель ставим, чтобы не забыть в следующий раз перед миссией это сделать.
The aliens aren't slowing down. Так, окей, я понял. Три объекта уже у нас. Ладно. Так, пришельцы усложняют свою систему шифрования, увеличивают месячные расходы на разведку. Да, жесть. И вот. Ответный удар. Подождите. А что у нас? А, специалист пришел в строй. Отлично. Ну, миссию с ответным ударом, наверное, будем делать уже в следующей серии. В этой и так уже нормально по времени прошло. Записали хорошо, наверное, часика полтора просидели. Ну что ж, на этом все. Увидимся, наверное, с вами в следующей серии. Всем добра и пока.